Самый вкусный и, главное, бюджетный рецепт лазаньи. Готовится за 5 сек. Репчатый лук нарезаем мелко и обжариваем на растительном масле. Затем добавляем фарш. У меня свиной и куриный. К фаршу добавляем зелень. Можно еще больше зелени. Затем подготавливаем помидоры. Вот так надрезаем, заливаем кипятком, снимаем шкурку и мелко нарезаем. Всю вот эту вот приправу я добавляю. Вы можете на свое усмотрение. И гималайская розовая соль. К фаршу добавляем томаты. Все перемешиваем и накрываем крышечкой. Готовим соус бешамель. Столовая ложка муки, сливочное масло. Перемешиваем, заливаем молоком и туда желточек добавляем. Самое главное, это вот эти вот листы. Они 45 рублей всего лишь стоят. А для обычной лазаньи 200 с лишним. Смотрите, порцион на листочке, фарш, наш соус, сыр. Все вот так слоями. Затем в духовку при 180 градусов на 40-35 минут. И все, наша вкусная, сочная, недорогая лазанья готова. Самый прикол в этих листах, которые стоят всего лишь 45 рублей, а не под 300. Ну вот, все.